Добрый день, дорогие друзья! Представляю вам супер крутой новый сервис, который позволит вам раскрутить ваш канал до 100 тысяч подписчиков и при этом заработать 100 тысяч долларов. Этот сервис называется YouTube Subscriber. Он имеет невероятные возможности и платит вам за ваших подписчиков. А, секунду. Алло, да, привет. Что? Что? Кинули на бабки? Не перевели деньги? Как? Мы же с ними договорились. 5 штук за рекламу их долбанного сервиса, который всех кидает. Что значит не перевели? То есть они кидают и своих партнеров, и нас? Охренеть! Ну их нафиг! Ну вы поняли, друзья, этот сервис — это полная хрень. Это еще одна пирамида, которая разводит вас на бабки. Посмотрите на тех, кто их рекламирует. У них что, есть 100 тысяч долларов? Или что, у них 100 тысяч подписчиков? Ну, покажите. Может, спросим в YouTube, что они думают об этом сервисе? Посмотрим на официальный ответ. Да это чертова долбанная пирамида, которая высасывает бабки и не дает никаких гарантий. Еще данный сервис заявляет, что он сертифицирован Гуглом. Многие, кто делают обзоры на него, типа как все круто, те рассказывают о том, что это первый сервис, сертифицированный Гуглом и Ютубом. Но вы сами подумайте, как Google и YouTube будет сертифицировать пирамидный сервис накрутки и непонятно какой хрени. О чем вообще говорить? Это вообще полный бред. И как только вы слышите, что какой-то сервис по набору подписчиков и заработку денег за подписчиков сертифицирован Гуглом и Ютубом, можете на этом останавливать видео, прекращать читать статью и посылать автора этой статьи на известные 3 буквы. Или посылать в 5 букв. Это как вам больше нравится. Я просто делаю это видео, чтобы показать вам, уважаемые друзья, что не надо верить во всякую сказочную халяву. Никто вам не будет платить 1 доллар за одного подписчика. Никто вам не отдаст так просто 100 тысяч долларов. И 100 тысяч подписчиков — это тоже не с неба упавшая халява. Это системная работа в выбранном направлении. Поэтому не ведитесь на всякие лохотроны. Не надо верить всяким странным, сомнительным сервисам, которые предлагают что-то крутое в обмен на какую-нибудь фигню. Всегда подходите критически к анализу подобных всех вещей. И еще помните, что если вы пользуетесь какими-то накрутками, рано или поздно YouTube может начать наказывать за любую накрутку. И многие сервисы уже сейчас находятся под колпаком YouTube, и при использовании их партнеры получают страйки по нарушениям принципа сообществ, либо безвозвратный бан канала в связи с грубыми нарушениями и так далее. Не вовлекайтесь хотя бы в эту игру по распространению данной непроверенной информации. Тут еще некоторые личности бомбардировали мне личку ВКонтакте и в Ютубе, и еще много где, с предложением рекламировать какой-то сервис хайпов, тоже то еще разводимого. Если хотите, расскажу вам о нем подробнее в следующий раз. Расскажу, как не попасться на еще один вид обмана и мошенничества. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, все правильно понимают суть этого ролика, и никто не побежит пользоваться услугами всяких поганых сервисов. И до встречи в следующих видео. Всем пока!